Евангелие от Луки, 5 глава. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем больше распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь крышу спустили его с постелью на средину перед Иисусом. И он, видя веру их, сказал тому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто этот, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — сказал он расслабленному, — «тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними.
Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При этом сказал им притчу: «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, оторвав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорит, старое лучше».